Уже четвертый год подряд Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Идейным вдохновителем является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик Лео Антонович Бакерия. За три предыдущих года к проекту «Человек идущий» присоединилось почти 180 тысяч человек со всех регионов России. Ходьба становится все более популярным способом повышения физической активности в нашей стране. Она улучшает физическое и психологическое здоровье, может помочь вам сбросить вес и предотвратить широкий спектр хронических заболеваний. И, конечно, это также прекрасный способ познакомиться с новыми людьми и пообщаться с соседями. В 2022 году всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» пройдут с сентября по ноябрь в следующих категориях. Корпоративные команды, команды пенсионеров, команды образовательных учреждений, команды муниципалитетов, семейные команды и команды неформальных объединений граждан. Соревнования пройдут в два этапа. Первый – с 10 сентября по 10 октября. И второй – основной зачетный этап – пройдет с 15 октября по 15 ноября. Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду 20-50 человек своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий» и выбрать свою соревновательную категорию. Приложение находится в открытом доступе для бесплатного скачивания. Приложение обеспечит подсчет шагов каждого члена команды в реальном времени, а также формирует рейтинги команд. По сложившимся правилам соревнований, от каждого участника в командный зачет учитывается не более 25 тысяч шагов в день. Итоговый результат будет определяться как сумма средних арифметических результатов команды за дни соревнований. Победителем станет команда, показавшая лучший результат в своей программе. По итогам будут определены победители и призеры чемпионатов. Зарегистрировать команду в приложении можно уже сейчас. Еще больше информации о проекте на сайте человекидущий.рф.